Так, здорово, народ, это Альвинос, это Рустик Ватерс. Ну, теоретически должен был быть Divine Journey. Я был настолько, как это сказать, меня этот Divine Journey достал, что, по идее, я его чуть ли не дропнул. Ну, благодаря вашим комментариям, Иркману и прочему, я все же нашел силы. Ну, точнее, не дропнуть хотел, я его на паузу хотел поставить, поиграть в что-нибудь другое, отдохнуть. Вот, допустим, эта сборка мне чем нравится. Тут что-то сделал и забыл. Ну, сделал там 600 этих каких-нибудь там, ничего, деталей, и про них забыл. Если что-то надо автоматизировать, то оно не такое сложное. Там же, я говорю, меня убивает то, что он эту возможность забирает. Вот Divine Journey первый мне нравился, там... И фермите, пожалуйста, и этот, в самом начале был, как его, Applied Injustice, и по чуть-чуть ты уже к тому времени, когда это надо, если ты умеешь, то ты это все сделаешь, вот. Но это все лирика, в общем, Divine Journey пока не закрываю, мы там еще играем, правда, мне все сложнее и сложнее что-то там контент набивать, потому что там очень много всего надо, вот. Что произошло за кадром? Вот сейчас возвращаемся к Рустикватору. За кадром, как видите, выкопал еще одну как бы комнату. Ну, выкопал, отложил, засыпал песком и освободил. Ой, это, извиняюсь. Вот, чем занимался все время? Все время я занимался... Ой, не Ка, это ж другая сборка. Видите, у меня вот на Ка палец уже... Хикметологи. Занимался созданием вот этих вот штуковин. Для этого надо было в начале эфир, до эфира механизм, до механизма вот этот сделать. Но все это сделал довольно-таки просто. Резину, вот, сделал такой механизм. Вот, ну, сделал механизм, вот, видите, остатки. Вот, сюда поступало все. Из этого сейчас резина мне, в принципе, живая, наверное, не нужна. Я так думаю, не уверен. Ну, наверное, не нужна пока что. Вот, то есть я не коллекционирую. Хотя, блин, может и надо. Но мне надо было очень много этой резины, чтобы получить вот эти вот... Вот. И с помощью этой аппаратуры, блин, можно не шуметь. Аппаратуры я получал вот эти вот, ну, закинул два стека или сколько там надо этих корпусов, и он их готовил. Вот, спросите, откуда же я взял, там же эфир нужен, да, вот они, вот эти вот блоки, там нужен эфир, да, ну, по идее, эфир можно сделать, жидкий этилен, Лазер Дрейл Флуид, ну, это мне не очень нравится. Но тут вот есть жидкий этилен, перегоняется в эфир и этанол. Довольно-таки неплохая вещь. Но эфира мне в будущем, ну, как бы это вам сказать, наверное, не особенно пока что нужен. Мицеллиевый реактор. Ну, в очень мелких количествах он нужен. Вот, а этанол, да, он нужен. Вот, поэтому... Эфир я получал очень простым способом. У нас вот такие острова есть. Не, не такие. Где эти острова? Во, вот такие острова эндеровские. И в них без проблем можно набрать эфира. Вот, ну то есть я там его набрал. Потом Ка... Блин, опять Ка. Ну вот, что ж вы со мной делаете? Что со мной делать? Вот. И потом надо было вот этого вот. Ну, с этим вообще легко. Бетон пошел, накопал, перекрашивал. Глина есть. Шлак, как вы помните, у меня, по идее, готовится вот в этом месте. Вот тут вот шлак у меня, как видите. Кстати, его желательно убрать. О, что, это заполнилось. Ух ты. У меня криозот заполнился. Офигеть. Сталин у меня там, да? И как мне с ним повезти? Ладно, у меня, блин, надо идти к своей базе.
скинуть вот это вот все. Вот. Так, давайте займемся криозотом. Раз уж у меня эта бочка есть, я ее поставлю. Пускай она сюда сливает. Да, да. Ну, пока что так. Потом, если что, я ее освобожу. Вот. Было сделано новых пару этих самых вот рецептов. Мне надо было для... Ой, да блин, да что ты к этому К привязался? Вот для этих штук надо было электрума, сигналума и инвара. Поэтому я сделал автокрафт вот этих штуковин. Сильно я их там разогнать не смог, но оно работало. Вот. Давай. Да блин. Что такое, не понял? О, попали. Вот, дальше что еще сделал за кадром, что я еще сделал? Да, вроде бы все, раз не помню, значит, этого не делал. Просто, ну и вот, увеличил эти несколько карточек, ну, вот эти вот сделал несколько, тут карточки уже были, их просто добавил, вот. Ну и, блин, чтоб меня все, я К этот нажимаю. Вот, дальше от нас требуются корпусы, вот эти вот корпуса, мне надо 8 очень много, да, и нам корпусов 80 надо. Значит, мы это можем запрограммировать, нет, мы этого не можем запрограммировать, потому что мне надо это ввести в компьютер, нажать хотя бы. Не знаю, как это по-другому делать, но, в общем, вот этот рецепт мне надо ввести, да, сделали. Так, стоп, я опять не напутал, да, это шаблон крафта, это, допустим, ну, вот сюда засунем. Так, теперь смотрим, вид хранящиеся предметы можно создать. Блин, надо бы тут, наверное, сделать... крафтинг-терминал, потому что мне так вот довольно-таки неудобно. Честно скажу, неудобно. Терминал мне нужен, да? Нет, это не так делается. Терминал. Мне просто вот терминал, даже можно не крафт. ME-терминал. Да, я его могу сделать. Мне надо вот этот... Мне терминал. Нет, мне просто терминал для начала. И вот этот. Остальное у меня, по-моему, есть. Мне терминал. А крафтинг терминал могу сделать? Могу. Вот, хорошо. Надо. Как он там называется? Кабель. Так, ты перерубайся пока что сюда. Кабель, как я не додумался сразу это сделать. Ну да ладно. Изменчивость стеклянная. Вот понадавали всяких цветных. Ну, в принципе, тут, я так думаю, мне хватит и обыкновенного кабеля. Не обязательно ставить такой мощный, да? Да, он нигде не подключен, так что сюда. Вот, а теперь камильфо, да, камильфо. Вот, теперь тут крафтовые, а тут вид хранящий. Хранящиеся предметы, количество предметов, наверное, имя предметов, количество предметов, вот так вот. Хорошо, теперь мы можем заказать 80, если получится, конечно, минус 80, далее. Ага, мне 8 не хватает, 8. Так, у меня 8 то и нету. Мне его надо идти делать, или я его делал уже. Я вот что не помню, то не помню. Нету у меня 8, так что придется идти на... Сколько мне не хватает его для... Ну, так вот, чисто... Ой, это наверху. Так, если я хочу 100 минус 1 и минус 80, далее... Не хватает 122 осьмия. Ну, чё, конечно, вам это может не интересно, но мне надо идти в тот мир. Блин, отвяжись.
И тут копать осьми. Давно мы не копали ничего. Ну, такова жизнь. Да. Так, спускаемся вниз, и мне нужен осьми. Ну, благо осьми. Так, для этого мне надо кирка мощная, вот эта вот, которая все добывает. Я уже сегодня хотел полететь куда-то, но я не знаю, выйдет ли у меня такой вариант. Так, осьми. Это что у нас? Серебро. Серебро мне не надо. К сожалению, осьми не добывается простым способом. Хотя вот, и вот эти довольно-таки нужны. Вот, осьми. А чё ты не выкапываешься мощно? Так, 2, это на 3, это будет 6. У меня дофига. Ну, короче, стак где-то это минимум набрать. Да. Вот эти вот бы понасобирать. Тем более я могу все отправлять сразу на базу. Так что... Ладно, я тут похожу, покопаю и вернусь. Так, пока я тут шлялся, я тут нашел, по-моему, мимика. Вот это... Чаще всего мимик бывает. Сундук-ловушка. А, не, это нет. А чё, мимика нету? Неинтересно. Так, чё у нас тут хорошего? Ничего особенного. Ладно, отправляем домой. Это алмазные понозы, защита. Так, это не надо. Это я накопал. Плавильщик, это так, хорошо, ящик, наверное, тоже отправим домой. Так, этот плавниковый сундук, апграда квестик, ну, пригодится в домашнем хозяйстве, ну, печь тоже можно взять, это я не знаю, ну, у меня что-то, этот, силктач, ну, я вспомнил, что у меня есть Ender Chest, поэтому я тут собираю чаще всего все, что попадет под руку. Так, 64 уже есть, ну еще чуть-чуть понасобирать и можно валить домой. Я надеюсь, мне хватит, да? Хотя можем посмотреть. Мне надо будет корпусы, потом тут не надо будет константановые пластины. Порт, это не надо. Лазеры почти что не надо. Элитные универсальные кабеля. Ну и всякое другое дело. Ну, надеюсь, мне этого хватит. Блин, музыка, ну, чуть-чуть, по-моему, загромко настройки. Управление нет, готово. Музыка и аудио. Что-то загромко она играет. Готово, готово вернуться. Не знаю, во всяком случае мне, я не знаю, как вам. Вот, так. Ну, надеюсь... Воу. А, это этот. Черепашка по имени Наташка. Ну, тут вот ходим, ходим, ничего не находим. О, еще. А, тут я уже бывал. Это я вернулся. Ладно, раз я вернулся, то вот еще, по-моему. Да, это он. Как мне туда добраться? 48. Лучше больше, чем меньше, да? Ладно, надоело мне ходить, так, М нажимаем, портал Т, и до хаты. Ох, вас тут наспавнилось-то. Сколько ж вас тут... Наспавнилось-то, а? Уж чем-чем, с эндерманом у меня проблем нету. Так вот не понимаю, почему они драпают оттуда.
Блин, а есть... В каком же моде было что-то, что мешало эндерманам спавниться? Вот. Да блин. Да вы посмотрите на них. Пока меня не было, сколько их понаспавнило. И все цветочки воруют. А этот вообще супер-пупер. Ну вот, вроде бы убили всех. Так, значит, чтобы мне сейчас переработать, это надо вот сюда. Да? Плюс раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, три, раз, два, три. Ишь, про баночку-то забывать-то не надо. Да, вот. Надеюсь, он переработает мне сейчас. Тексу это сюда, это что, чердейская книга, эти меня уже не интересуют. Алмазная мотыга откуда-то взялась, так, чтобы ее не воспользоваться. Это вот сюда надо, да? Текс осми. Осми. А вон еще 11, 198 у меня. Осмия, это... Нет, ты не сюда, а сюда. Так, давай. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Так. Утрояивание у меня есть, как видите, да? Утрояивание. Конечно, было бы неплохо сделать учетвераемые, или еще больше, ну да ладно. Так, теперь, товарищ, сделай мне 80, можешь. Окей, товарищ, вот он делает. Готово. А как они назывались? СПС корпус. Кор, вот они, 80, мы их сделали-ка. Да блин, какой К, вот этот, вот. А почему не приняли? Алло. А, нет награды. Ну, хорошо. 100 структурных корпусов. Мне надо обрамленное стекло и константант. Так. Константантов. Константантовые слитки у меня есть. Да, так, это сюда, константант. Так, мне надо 100 штук. На 100 штук это 4, 200 константановых пластинок. 64, 64, блин. Сложно считать так... Так, где у нас они делаются? Сервопресс. Так, это... Ну да ладно. 16x, и он должен быстро делать их. Попер гнать. Так, попер-бобер. Блин. Где-то у меня вот это вот надо одолжить отсюда. Это уменьшает скорость, кстати. 64. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. О, другое дело, константант. Мне надо 200. Ну, короче, так, баночка любимая. 16 ты успеваешь. Так, 64. Еще давай 64, и, наверное, хватит пластинок. Стекла у меня должно было быть, я так думаю. Конечно, интересно очень смотреть вам, как я тут сижу. Так. Я их не забил. К. Ой, не К. Блин, да что ж ты делать будешь, как двумя играешь? Так, штука. Мне надо структурное стекло.
Давай вот сюда засунем структурное стекло. Ты мне его не сделаешь, потому что вот эти не скинул, константантовые. Структурное стекло, а ты мне должен сделать 100 штук. Далее. Ух ты. Не хватает 5. Как это я так, блин, нету. Да ё-моё. Так, константант. Константант. Ну, давай 32 еще, надеюсь, они пригодятся. Так, иди отсюда, так. Давай. Да хватит, а потом заберем, если что. Текст, это сюда. Именно там надо этот, конструкционное стекло. Хорошо. Так, ладно, давайте сделаем конструкционное стекло. И алюминиевый самородок. Вот так делается. Так, алюминиевый самородок сюда. Стекло, допустим, тут. Что ж ты делать будешь? Как это учиться? 100. Структурного стекла мне надо 100. Структурное стекло 100 минус 1. Далее. Алюминия не хватает. Алюминий на русском же пишется. Алюминий. 74. Алюминия не хватает, потому что он у меня в слитках. Да? Да. Плюс у меня алюминий тут немного рос, поэтому его можно вот так вот сделать. Так вот, надо будет показать вам, что я там понахимичил. Структурное стекло, 100, далее, старт. Ну, пока он тут крафтит, идем покажу, что я там понахимичил внизу. Вот, у меня маленькая тут фермочка такая появилась, видите, эндер-сундук, вот. Все нужные эти. Почему я начал их растить? Потому что в будущем вот это, ну, допустим, кейк. Допустим, на кейке это не надо. На этом. Вот. Нам надо будет максимальный слиток. Максимальный слиток делается из железной сингулярности, медной, угольной, свинцовой, никелиной, редстоновской, лазуритной и алюминиевой. Это получается из слитков, 1000 слитков, одна сингулярность. То есть мне надо будет вот это вот все. Пока что я поставил для получения семян. Потом, когда мне это надо будет миллионы, я, наверное, ниже там возьму, и все будет у меня... Так, это надо превратить все в этот самый битум. То у меня там битума обычно не хватает. Так, битум у меня работает. Еще надо будет заняться фермой вот этой. Да, о, этот уже.